Дистанцию. А ты главный морал? Да. А что будет? Ничего не будет, я же вам сказал. А что будет? Давай тебя поглажу. Обниму тебя. Хочешь? А что, ты боишься? Я не собираюсь писать, у вас такие профессионалы. Да не бойся. Бояться не надо. Тебя не обидят, если ты не хулиганишь. Ты просто форму снимай, потому что ты не сотрудник полиции. А то тут каждый форму даже по трассе одевает, ходит. Обнять его вот так. Хороший такой. Обниму тебя, а? Давай, блин, давай. Иди, садись. Обниму тебя, ну, ты ж такой хороший. А что, новое поколение. Какой хороший. О, гражданское лицо, что, нормально. Зарядить сразу. Можно и обняться, поцеловаться. Давайте обниму, побраться. Я успокоим сейчас, Тарас. Успокойся. Будь спокойно. Давай, подруги, говори. Не нервничай. Преступление совершил. У нас есть все возможно. А это бандит. Поверьте. Проверим. А ну, не бандит же он? Ну, а кто знает? Бандитов? Нет, да, кому хоть принадлежит? Автомобиль десятки, кому принадлежит? Че? Что? Вы кричите? Не можешь ничего сказать? Что вы кричите-то? Да буду кричать, не потому что кричать. Мы же с вами нормально разговариваем. Вам уже три часа говорят, проверьте автомобиль. Проверим автомобиль, Варильникова. Когда оружие есть, будет, там, не знаю, когда это будет. Ладно, не буду кричать. Кому автомобиль принадлежит десятка? О чем я вам буду говорить? Мне интересно, кому принадлежит. Почему вы занимаетесь... Мое мнение, что вы занимаетесь покровительством вот того вот товарища. Не знаю, кто он такой. Смотрите, кого. Это мое личное мнение, и я это наблюдаю. Потому что в течение трех часов составляется административный материал, который может быть составлен в течение получаса. Но вы почему-то намеренно тянете время. Звоните кому-то, консультируйте с кем-то, еще чего-то. Сразу тормоз какой-то включился. Материал составлен. Какой? Административный. Какой? Административный. За какое нарушение? За которое усматривается по вашим объяснениям. Володь, вы езжайте. По всем. Да. По всем. Смотри, они определения возбуждения нету. Административного расследования достали. Да? Да. Чуть-чуть. Расследовать будут, кто подрезал там его на десятке этого. Сидят, потом, блядь, придумывают. На самом деле сидят, придумывают. Чем бы еще, блядь, ребят? Не в курсе, что там Андрюх, я занимаюсь своим делом. Сейчас расследовать будут, якобы. А что, в руках, не знаешь, что он в руках держит? Вон тот второй. Какой? Вот этот? Сидит, который, вон, гражданин. Где? Да на пассажирском. На пассажирском? Так да. На него протокольчики составили. Вот, а в руках держит. Он что держит? Протокол? Да протокольчики, да. Сейчас будут расследование проводить административное. Подойдите. Вы что, долго придумать-то будете? Мне сейчас протокол досмотра составят, машину посмотрим. Какую? Десятку, что? Десятку, да. А что там, возможно, говорят? Ну, выживем. А, ну все правильно, правильно. Нет, вы какой-то административный, там возбуждаете расследование. Что расследовать-то будете? Как все долго. Не указано, что свидетель не имеет права знакомиться с материалом дела. Хорошо, почему я часто очень знакомлюсь в полиции с материалом дела? По моему взгляду. Нет, подождите, вопрос надо получили от меня. Может, они с другой полиции? Ответ. Нет, получили. Я думаю, может, что-то. Смотрите, ваши коллеги выходят. Капюшон выходит. Капюшон. Все, погнали. Опа. Капитан Бобо. Следил за гражданами, ничего ему нет, у него машина на балансе, МВД, РТ без номеров. Пятая колонна.
ветром опять сдуло. Американский пилот. И о чем идет? Да, там же, пожалуйста, машину не надо трогать. Мы не трогаем его. Это наша машина. Вы обеспечите безопасность. Да, да. Он вообще не понимает, не отступляет. Машина на балансе МВД, что с ней случилось? Все нормально. Доехал? А как он без номеров поедет, инспектор? Он еще никуда не едет. Смотри, без номеров чтоб не управлял. Вы уже ему сказали, да? Ваш? Как ваш или не ваш? Требовать будете от него номер повесить или нет? Сейчас осмотр будет, багажник. Шмонать. Смотри, пожалуйста. Фонарик включи, у тебя регистратор где? Снимаешь? А почему посторонний человек? Сейчас он выйдет, сейчас выйдет. Посторонний. Давай. Давай посвечу. Осторожно, он, по-моему, очень пьяный, поэтому может плохо в ногах держаться. Осторожно. А что у вас предосмотр? Открывай свои. Почему человек не выходит предосмотр? Фиксируйте там это на камеру. Стояли. Надо, наверное, обшивку сидений. Самое хорошее под ковриками. Он съел все, пока не сидел. Я вижу, он жевал. Смотри, у него болтает. Что, идёшь? Так. Не, сейчас сзади начнём. У меня взломаться. Так, тихо. Номерочек лежит вон на багажное сиденье. Номерочек блатной. Да, конечно. Товарищ капитан, передайте руководству, наружка облажалась. А чего вы руками сиденье шлюпаете? Вы под ним ищите, а вот там все самое сочное-то внизу, под ковриками. Может, мне на ваше место, товарищ капитан? Я лучше справлюсь. Капитан Бобов. Готовы уступить, а? Я только с коррупцией не знаком. Ну, она меня не знает как. Вы знакомы с ней, нет? Смотри, вон он курит, вон он там стоит. Я ему свечу, все, он не видит нифига. Он все видит, у него фонарик. Все видит, я да? Фонарик, я ему свечу. Мне ничего не жалко энергии своей, фонарик. Ну подскажу вам, мы волнуемся. Я тут раз три пистолета в Акидро нашел. Три ствола нашел. Вот он, тот самый шпион, который за нами следит. Андрюх, а на МАЗе тогда обшивки снимали, надо на обшивке, наверное, снять у машины. Ну, это инспектор сам принимает решение, да? А, на самом деле, не в пути, а на Акиту? Три ствола нашел. Кстати, сотрудники ДПС спросите нам. Да не лезьте, не садитесь. Я ему свечу. Где он фонарик? Что, нет фонарика? Не видели, да? Что не видели? Оп! Опа! Опа! Вот и орудие. Вот это опа, орудие езды. Заявляем, описать. Не, ну надо поднять там где-то, смотреть, надо поднять. Володь, откуда резина? Откуда дровишки? Ну вы поверьте. Личная резина. Ну вы поверьте. Володя, Володя, вы не делаете поверхность на скотах. За скотах. Где чеки на резину, мужики? Чеки на резину, пускай покажут. Может, не его. К сожалению, не сохранилось. Вот следы порошка какого-то. Собирай. Вот прямо. Порошок будет. Может, его нас здесь не свозить? Посмотри на него, Серега, посмотри на него. Это давай, а ему не надо отходить. Ну вообще его. Давай посмотри на него. Пассажиров посадите. Пусть мерзнет дальше. На улице тепло, пускай постоит. Он не какущий вообще. Давайте садите его, я тряхните. Ну и что? Гаишники решили наркоманов. Посадите его к себе.
Вообще. Он же сдохнет сейчас. Ну, плохо это. Плохо это. Кипиш, кипиш. Бардак начался. Хаос, хаос. Вот видите, как плохо бывает долгое время тянуть, а? Чего? Приезжает, ну... Сейчас полказа они сюда приедут. Приезжают это, другие подписчики. Сейчас бить могут начать даже. Кого? Мы боимся за вас, вот будем защищаться, защищать вас. Кто нормально себя вел, с того постоим. Вы, если что, ко мне подходите, я разрулю быстро. Спасибо. Я прям, надо там то все туда, сюда, все. Ничего не нашли, Володь? Ну, нету. Прошу искали? Может, надо было плашку. А номер-то нашли государственный у него сзади? Номер-то нашли хоть? А? Сзади. Номер. Лежал номер государственный? Нет? Да, лежал. А, был, да? Да, да. Слава Богу. Он же сразу же достал, что тогда сначала писал одно. Нет, просто они могли не заметить, когда номер, когда досмотр. Ну что, дальше сейчас? Все нормально? Все, его отпускаем и пусть едет? Конечно. Пускай вообще без номеров катается, что такого-то. Из интернета не кончится. Давайте мы, может, пока ему это, приделаем номер-то. Я думал, сам справится. Мы по нашему ГОСТу ему прикрепим. Как положено, а не как у всех. Не знаю. Не порядок. Не порядок. Какой не порядок? Нормально, у меня в судебном решении лежат. Все хорошо. Все порядок. Предупреждение мне там дают. Все, о, болезнь новая. Телефоном разговаривать. Инстаграмная болезнь. Он даже начал вот так снимать, да? Все хорошие люди вот так снимают. Надо написать, чтобы вас машину забрали, отдали другим людям. Пацаны, вы коллегу садите, дайте он погреется. Он замерз, бедный, уже жалко смотреть. Жарко ему, жарко. Я говорю, жалко. Жарко, жарко. На улице не жарко. Молодой еще. Пусть сядет в машину, погреется. Первый раз так он поедет. Не ломается автомобиль? Глак раз покрытие портится. Качок ему дали, слышишь, да? Да ладно. Качок дали ему. Ну как, мы человека не бросим. Мы же, оказывается. Человека? Гражданина? Гражданина. Кстати, когда у вас Сабиров сломался, я ехал навстречу. Пойдемте, смотрю, будем снимать, стоит, как будет качать колесо. Стоит. Мир насосов, мир насосов. Помощь нужна, хотя он мне два раза оформлял. А если бы не оформлял, он один раз не оформил, так у него там два. Он его проколол, наверное, он не качается. Ребята, в отличие от вас. Какой ты, а? А кому помогать-то? Ты следил сейчас что-то, а тут по тебе помогать. Полиция? А? Полиция дала откуда? Да. А, ну, для ребят. Своих-то, что, своих в беде не бросаем. Вот здесь вечер совпадает. Вот такая полиция, видите? И качок дадут. Помогают граждан. И толкнут машину, а? Да не граждан помогают, а коллегам. Может вам помочь? Своим помогают. Оп, прикурите, не работает. А предохранитель дадите? А движок? Бензин надо что залить. На движок же, по сути. Если у вас, наверное, есть. Нет, у вас, наверное. Я сейчас номер перебью, этот провод перебьет, ё-моё, на качке. Раз в неделю, примерно. Об этом не работает, да? Блин. Не пропустим. Вот какой сервис, инспектора помогают, ё-моё. Не работает, эго, всё, пропало. Что делать? О, заработал. Теперь опять молодого поставили. О, капюшончик взяли. Ну чё, ты скажи, это, уже своей этой-то, бестолковой работе-то, уже пожалел, нет? Инспектора очень берегут, вон они прям стоят, смотрят, как у меня накачивается колесо, хорошо или плохо. Помогает, здесь нормально, здесь, или нет, потому что... Да, точно. О, а вы мне не хамите, как в кино в этом. Меня оскорбляете? Давай тоже на картышу пока присядем. Давай, протянись. Правее там подкачку, нормально. Нормально, идеально.
Понимаешь? А это не агрессивность. И номерок сейчас надо повесить. Сопроводите его до дома, потом, чтобы мы не обидели. Кто-то может ему отдать ручку. Доедет, да? Ну ладно. Дай бог ему доехать самостоятельно. Человек капюшон сейчас делает свое дело и уедет. Мы по возможности его проводим. Ну да, чтобы им нормально ехать. Проследим, так сказать. За его здоровьем. А то, не дай бог, колеса еще прокурят, спустятся. Он так опасно ехал, сейчас, возможно, нарушит несколько раз правила. Мне кажется, он их вообще не знает. Да он чувак, а какие-то. Ну, вас вами встретите, что говорите? Завтра-то нет. Не на службу. Вы когда уезжаете? Ну, пока не собираемся. Недельку. В этот раз на недельку. Недельку вторую, как пойдет. У вас там надо вопрос решить все с ГИБДД. Решим, конечно. Со следственными комитетами, с судами. Мы же умеем это, правильно? Подожди. У меня вопрос. Может, он сейчас без номера двигаться? Дайте рейку, требуйте. Вот сейчас давайте рейку, вот у него вождение. Вот он взял. А что, он без номера поедет, что ли, мужики? Номер прикрути. Обратно. Номер. И как забыть? Номер прикрути, говорят. Номер, не то, что номер. Поехал, оштрафовали, что ли, правда? Что там с номером, что? Да пускай, не, пускай еще раз поедет, еще раз на лишение выпишу. Что переживаете? Нет, это надо устранить. Номер. Казанский. Бубой это на канале. Да он без номера нормально ездит. Что? Сейчас тронется еще по второй части, потом по третьей, по четвертой. И по пятой. Инспектора, еще один вопрос, последний. Инспектора, видите, как переживает за данного водителя, чтобы все прикрутил перед отъездом, это обязательно. Фонари не горят, задние фонари. Из-за всех переживает. Можете проверить, включить свет, попросить его, чтобы он свет включил. Потребовать.